нас появился новый участник в команде, это мой сын. Постараемся исполнить рекордный трюк, называется «Фирка». Мы отточили все, 24/7, репетировали, не выходили с репетиционного манежа. Мы готовы на все 100. У нас в команде 5 человек, и у каждого своя цель. Это, например, у Тамерлана купить побольше игрушек. У нас с Камилкой построить дом. Победа не только деньги. Нас узнает весь Казахстан, вся Центральная Азия. Это круто. Естественно, каждый трюк опасен, так как у нас есть 2 трюка без страховки. Это сложные трюки. Мы стараемся делать просто то, что никто не делает. Что бы ни случилось, мы продолжаем идти дальше. Мы фанаты своего дела, мы любим свое дело, мы хотим остаться в истории.
Хасак, Казахстан, бурные аплодисменты. Это просто грандиозное начало нашего гранд-финала. Спасибо вам большое. Ребята, вообще вы говорили, и мы все знаем, что лидер вашей команды – это атлет. Но теперь я, кажется, понял, кто действительно руководит вашим коллективом. Тамерлан, он с нами работает с 2 лет, но начал в первый раз, вышел пробочно 6 месяцев. Поэтому мы надеялись, что мы пройдем на гранд-финал и оставим его торт на торту вишенкой. Аплодисменты, Хасак и Тамерлан. Нурлан, скажите, как вам выступление команды в новом обновленном составе? На самом деле, начинать всегда открывать такое шоу всегда сложно, вот, не просто, ответственно. Сондықтан мен сіздерден мақтанмес, сіздермен мақтанғым келет. Жолдарыңыз болсын. Темирланчик, молодец, красавчик. Спасибо. Спасибо большое, Нурлан. Гульнур, ваше мнение? Удивительный номер. И маленький Темирланчик украсил ваш номер. Молодцы, ребята. Спасибо. Ситора. Боже мой, я влюблена в вашу вишенку. Я влюблена. Спасибо, Алавадин. Темирлан. 6 месяцев на сцене. Это очень похвально, очень удивительно для меня. И браво, браво. Пожелания от Хасак болельщикам. Я прошу всех, всю Центральную Азию, проголосовать нас и поддержать во всем. Спасибо. Если вы считаете, что именно Хасак достойный победы, отправляйте 01 на номер 5021. А с помощью платежной карты Visa вы можете отдать одновременно несколько голосов. Ребята, мы желаем вам удачи!